Доброго времени, господа! И вашему вниманию представляется штурм Шамбалы в Ольгино. Игра проводится уже второй раз, поэтому это вторая часть. По результатам первой игры, Китай просрал свою собственную базу, и ее заняли американцы. Задача в этой игре, по крайней мере маленькая задача у Китая, отбить эту базу в течение 45 минут. Собственно, об этом и все следующее видео. Ах да, совершенно забыл сказать, не для нежных ушей. Очень много нецензурной брани. Ну давай за мной, короче. Да, да. Вот. Иду! А! Эдик! Блядь! Я вот закрывал так мозг, господа! Извините! Все, медик убит! Смерть американским оккупантам. Да нормально, нормально. Отлично отработал вообще. Медик еще 3 минуты на респаун. Сейчас, блядь, это еще один. Надо было хотя бы автоматом. Ну, здоров. Давайте медика прикроем. Давай. 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 Ты тоже медик? Здесь два медика. Кто пойдет? Да, давай. Давай. Пошло! Прикрываем их, прикрываем, прикрываем их, прикрываем, блядь. Прикрываем, блядь.
Прикрываем их! Дошли они, нет? Давай, щит прикрываем тоже! Закат! Огнем! Оп! Пошел. Давай, пошел. Все, он прошел. Народ, сейчас дым пойдет. Народ, стоять, сейчас дым кину. В здание кину дым. Не надо? Да, майор. Там своих не получится. Лес, лес, смотрите, лес, тройка. Да. Тот щит. Прикрыл. Там свои, наверное, уже поливают. Живы, здоровы? Здоровы. Ебать, колотись, сейчас меня глушануло. Лес, 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 лес! Кто из леса поливает, блядь? Ну? Хорош? Откуда прилетает? Слева, справа? Окей, понял. Люди, блин! Возьми лодку, пожалуйста. Это сюда в дюну кину. Окей, про последнюю комнату он говорил, да? Взял? Пошла, родная. Yeah.
спины! Вдоль спины! Сами, что ты рядом, бля, хуяли! Ай, как поедем, да? Ну съебись ты уже, ёб твою мать! Ну гугл, сиди четвертый! Гугл, сиди, крутовый! Ничего так дымочек, да? А какое сочетание? Она лицензирована, ребята, лицензирована. Граната! Хуяки, хуяки, блядь! Вот ты так прилетела. Извини, если больно! Проиграли? Охуенно! Заверните, дайте два! Ну, а на этом, я думаю, нам стоит остановиться. Потому что именно с этого момента начинается тот самый эпичный срач по взятии китайской базы. Два американца остались на базе, и 45 минут истекли. По мнению американцев, они удержали базу, и поэтому Китай проиграл. А по мнению китайцев, так как их там находилось не менее 40 человек на базе, и мертвяком они уже пользовались вовсю, то база была взята.
Ну а что думают русские по этому поводу? Да ничего они не думают. Им глубоко на это насрать. У них свои медведи, матрешки и балалайки. Не знаю, чья это ошибка, недоработка сценария, либо тактическая хитрость американцев, спрятавшихся под лестницей. Но по мнению китайцев, то есть по моему мнению, мы взяли все-таки эту базу. Но это мое личное мнение. Это Ольгина! На этом у меня все или почти все. Спасибо за то, что посмотрели это видео до самого конца. Те, кто не смотрел предыдущие видео, могут нажать здесь или здесь. Поставить палец вверх, ставить свои комментарии. Ну, или подписаться на канал, в конце концов. Спасибо. Увидимся в следующий раз.